Доброе утро, Полтава. Вот у нас как-то микрофон. Давай, представляй своих друзей. А, к нам сегодня в гости пришла группа Почи Бит, Роман Почев, со своими друзьями, ребятами, родственниками. Семьями. Ромочка, скажите, ребят, привет. Привет. Вот, ребята, у нас инструментальные рок-обработки, мировые классические хиты, верно? Верно. Что-то тебя вообще интересует по музыке подобное, Саш? Вчера я смотрел ваши ролики короткие, да, концерта не нашел, ни одного. Есть у вас концерты? Есть, конечно. Полная запись. Но почему-то я не нашел. Полная нет, обычно нарезка. Нарезки какие-то, да, я их сегодня сразу же буду выставлять, то, что я нашел. У меня один вопрос. Естественно, сегодня вы не мечтаете быть на кого-то похожими. Почему? Потому что я вижу, вы индивидуальны. Вы уже сформировались как коллектив, как личность. Да, коллектив вашу, как отдельную личность можно называть. Кто-то из вас в детстве, когда начинал музыкальную свою деятельность, мечтал на кого-то быть похожим? Вот. Кумиры были музыкальные? Были. Кто? Ну вот я как скрипач, для меня, я помню, большое впечатление произвел фильм Никола Паганини. Вот, хотелось так играть, как Паганини. Вот, там книги читал про Паганини. Был кумир такой, конечно. Был кумир Леонид Коган, великий советский еще, Советского Союза скрипач. Давид Ойстра. Хотелось так же круто играть, как они. Ну вот как раз, Ромочка, и вошел ты, в принципе, там, в двадцатку лучших скрипачей мира. Он делал мира, лучше, на секундочку, получается, мира. Все равно из классики, как бы, да. Начинал с классики. Но у меня дочка старшая, я ее изначально учил хорошей музыке, да, дип, пинг, все это мы проходили, но потом она пришла сама к классике. Вот интересный парадокс. А у вас обратный процесс, да? Всю жизнь классиком был, да. Хорошая музыка, она не имеет понятия, да, классическая она или нет. Почему? Потому что сейчас много даже роковых вещей уже остается классикой уже. Мы много играем произведений классических, но уже в рок-обработке, в роковой. Такое время, такой темп жизни сейчас. Финансово вам тяжело, наверное, сейчас? Финансово, вы понимаете, вот посмотрите. Вот посмотрите, весь в дырках хожу. Коля, ой, божечки. Коленька вообще штаны порваны. Вы понимаете, финансово. Вот так живут наши музыканты. Вообще что? Концертов хватает. Ну вот, никак мы не приобретем ничего новенького. Ну ничего. Вы в Полтаве часто выступаете? Есть желание и возможность? Завтра концерт, хочу проанонсировать, 5 августа. Мохито концерт у нас, полностью сольный наш. Так что приходите, дорогие полтавчане. Между прочим, каждый из участников родился, вырос, в принципе, да, в Полтаве, прежде всего. Но вы считаетесь киевской группой изначально? Это они нас так оппозиционируют. Мы считаем себя украинской группой. Украинской. Потому что, в общем-то, тяжело определиться. Да, живем в разных городах, родом с Полтавы, гастролируем по всей Украине. Жители планеты Земля. Классно, что я оглядываюсь назад. На моей памяти все время в Полтаве с какой-то периодичностью рождались серьезные группы. В незапамятные времена «Краяне» были, «Фристайл» был. То есть вот такие люди у нас все время появляются периодично, и очень хочется, чтобы... Я вчера посмотрел, честно говорю, первый раз столкнулся. Света дала мне ссылочки, начал рыться, вас искать туда-сюда. Мне понравилось, очень понравилось. Видите, молодцы. Я, конечно. Не супер, но я люблю музыку, я люблю старую музыку, именно классический рок, все это мое. Джаз вообще. Но то, что я видел у вас, ребята, я действительно получаю удовольствие. Теперь остается одна большая проблема. Как нам попасть в Мохито? Бесплатно. Я думаю, это будет организовано. Кстати, между прочим, мы сегодня съемку проводим на фоне очень интересного зрелища. Минут 5 назад случилась ситуация ДТП. Ура! Доброе утро! Кому доброе утро? Между прочим, да, ребята тоже имели каждый из вас свой проект, верно? Коля, Саша, Женя, кроме Ромы. Мы сейчас имеем проект. Отдельные, да? До сих пор у вас живые есть проекты отдельные? Нет, свой проект — это Почи Бит. Это свой проект родной. А ну, играли играем раньше еще в других, как бы. Ну, конечно, все с опытом. Все нормально. Вот. Правильно. Ты сказал то, что я хотела сформулировать.
Что еще? Что еще? Планшет свой доставай. Волшебный. Так, планшет. А вот прямой эфир, да? Нет? Почти. А, монтируете? Ага, нет, мы не будем монтировать. Ага. То, что ты, да, наговорил, это все пойдет. Да ладно, давайте смонтируем. Это планшет с погодой. Да. Нет, сегодня целый день ясно. 29 градусов, 30 будет точно. Как и вчера, на 18.00 обещали дождь. Нету. Ну, сегодня обещают тоже. Вчера не было, сегодня нету. И неизвестно будет. И обещают хорошие выходные, ну посмотрим. Они же бедолаги до сих пор там ведрами меряют это. Будет дождь, не будет там. А как это они ведрами делают? Немножечко, кстати, после погодки о планах. Еще какие планы у вас на ближайшее время? На ближайшее время. Вы развиваетесь, вам всего лишь 2 года. Чуть больше 2 лет. Да, как нету почек? Двух еще. Нету нет, двух, да? 2. Ну, около 2, я просто. Помню, что около 2, где-то так. Полтора с натяжечкой. Да, да, с натяжечкой. Ну, вы очень быстро развиваетесь. Вас знают уже и не только в Полтаве, не только в Украине, как Почебет любят. Что дальше? Куда дальше? Как дальше? Какие горы? Пути Господни неисповедимы. Амбиции у нас очень большие. Стремимся и будем стремиться добиваться. А там уже как боженька распорядится, так и будет. Посмотрим. Нам самим интересно этот фильм посмотреть. А вот вы говорите, вас позиционируют как киевскую группу. Все-таки хотелось классные клипы, чтобы у вас были. Есть такая возможность? Клип у нас снимался в Кадетском один. Дорогое. Да, я видел. Да. Есть такая возможность? Ну, доходим же. Доходим. 3 клипа отсняли пока. Вот. Посмотрим. К осени еще один какой-нибудь придумаем. Что-нибудь такое ну, мерзкое, страшное. Не хочется противное. Слово стандартное, но что-то. Вот именно, не хочется стандарт. Да, в рамках не хочется. Хочется такое, выйти за рамки. Ну, просто отснять клип, просто чтобы было. Ну. Что у нас еще, вот какие новости? Вот в коллектив купили буквально, наверное, чуть больше недели назад новый автомобиль. Ура! А теперь да. Порш какой-нибудь. До этого мотались на рамном внедорожнике, но мы по нашим украинским дорогам, они крутые, классные. Внедорожник стал дорожником. Мы его на колени поставили, то есть даже рама полопалась. То есть в Николаеве это интервью не буду смотреть, да? Кировоград, Николаев, всем им привет. То взяли основные критерии новой машины были какие? Чтобы добавить посадочные места, потому что многие знают нашего звукорежиссера, это Виктор Лавренко. Он настолько у нас избалованный, большой, ему надо сразу 2 места. Вот. Одно для клавиатуры, да? Подожди, сейчас на работу будет идти. Да. Поэтому мы взяли машину на 2 места больше, чем в джипе было. Что еще? А какие критерии были? Стол обязательно должен был. Подстаканник и столик. Раскладной. Да, там столик есть, чтобы яичками цокать с курочкой раскладывать. С курочкой. Курочку в одну руку, яичко. А, еще что? Давайте за спортзал телевизор. Телевизор. Коляша, телевизор, чтобы уже ты спокойно мультики смотрел, пока не скажешь. Раньше я за рулем. Будешь ехать за рулем и мультики смотреть? Ну так, в общем-то, такие. Ну что, ребятки, вам тогда творческих успехов. Ну, желайте полтавчанам доброго утра с пожеланием. Пожелайте полтавчанам доброе утро. В общем, чтобы это утро не было никогда вот таким. Утро добрым не бывает. Доброе утро, до встречи. Возле шарика, как всегда. Доброе утро. В Мохито 5 числа. 5 числа ждем. О, да, между прочим. Во сколько? В 19? Всем доброго утра. В 20, 8. Удачного дня. 28.